Привет, друзья! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, мы продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. На этой неделе мой помощник и друг – обновленная Toyota Camry. Кто еще не ездил, обязательно записывайтесь на тест-драйв. Ну а машину нам предоставили в Toyota-центр Прикамье на шоссе космонавтов, за что мы, конечно, очень благодарны. Ну а сейчас поехали! Я не просто так вас поприветствовал на фоне вот этого красного старого здания. Мы находимся в Свердловском районе, в квартале Красных Казарм. Сейчас это здание пустое, хотя вот до сих пор вот только что останавливались, спрашивали, что мы тут делаем, что мы тут снимаем. На самом деле до сих пор все здесь засекречено. Это все военная территория. И почему я, собственно, здесь? Вот вроде здание пустое. Ничего уже практически не осталось, но до сих пор, как я уже сказал, все засекречено. Рядом проходит дорога, которая ведет к жилым домам. И мы здесь были зимой и видели, в каком она состоянии. Сейчас приехали летом и убедились, что она в очень плохом состоянии. Вот вроде все засекречено, нас спрашивают, что вы здесь делаете. Но никто ничего не хочет здесь приводить в порядок. Вот поэтому мы здесь, вот из-за этого здания, плохая дорога. Сейчас мы ее, разумеется, покажем. Ну вот, чтобы окончательно было всем понятно, где мы находимся, за моей спиной вот дома, жилой комплекс «Альпийские горки», и вот эта вот дорога ведет к домам Чернышевского 21, 21А. И, по сути, другой дороги у людей нет. Вот они вынуждены каждый день ездить вот по этой вот проезжей части, если это, конечно, можно назвать проезжей частью. Мы поднимали этот вопрос, согласовывали с администрацией города, Свердловского района. Они не ремонтируют данный участок. Они не имеют права его ремонтировать. То есть дорога им не принадлежит. Этот вопрос не может решиться уже много лет. Никто ее, разумеется, не поддерживает. Вот она, по сути, сейчас бесхозная. Никто ее не поддерживает. Видно, что здесь, конечно, выполняли какой-то такой вот ямочный ремонт. Но это трудно, конечно, назвать ямочным ремонтом. Здесь вот какие-то булыжники накиданы, ну, чтобы хоть как-то ее поддерживать. Ну, а сейчас она все хуже и хуже. И именно вот я специально здесь встал, вот этот участок 100 метров. Я думаю, что в следующем году, если никто ничего не сделает, здесь будет еще хуже. Ну а зимой ее просто-напросто не чистят. Ну вот так вот люди и живут. И вот если проехать по дороге, когда заканчивается старое пустое красное здание, на фоне которого я записался в начале программы, то сразу начинается асфальт. Он, конечно, тоже не в идеальном состоянии, и если вот ехать все прямо, там есть глубокие ямы, ну, по крайней мере, есть асфальт, так как вот дальше, где мы только что снимали, его просто-напросто нет, он отсутствует. Вот поэтому вначале я и сказал, что здание есть, оно заброшено, но при этом до сих пор охраняемый военный объект, а за дорогой никто не следит. Вот почему у нас всегда так, друзья. Ну, в общем, вывод один, и он неутешительный. Те, кто живут по адресу Чернышевского 21-21А и вынужден ездить по такой дороге каждый день, конечно, не позавидуешь. И особенно это актуально для тех, у кого низкая посадка. Но вот у Камри она не очень высокая, и, по сути, вот, когда едешь вот по таким ямам, то просто-напросто будешь постоянно шоркаться. Там и до шиномонтажа недалеко. Хочется, чтобы уже наконец обратили внимание на эту дорогу, и надо как-то это решать, потому что все-таки люди здесь живут, а не просто это военный объект. Ну что ж, все на сегодня. Это была программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Увидимся завтра в это же время. Всем хорошего настроения. Пока.